Привет! Сегодня мы будем распаковывать младшую модель наушников в линейке компании Ninewave. Называются они Ninewave Studio. Упаковка весьма простая, но при этом достаточно функциональная. Открываем клапаны и откидываем заднюю стенку. После этого можно получить доступ к самим наушникам. Наушники сделаны в редком ныне варианте исполнения в виде вставок в уши. Зафиксированы достаточно надежно, поэтому извлечь их не так легко. Материал исполнения полностью пластмасса, хотя выглядит они достаточно эффектно. Кабель обычный, в силиконовой упаковке. Тут разветвитель с блоком регулировки. И маленький компактный штекер, то есть исполнение самое простое, бюджетное, соответствующее их стоимости.